Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем плавать в Сабнафтике. В прошлой серии мы раздобыли чертежи циклопа. В этой серии мы, собственно, начнем его крафтить. Ну, вернее, будем подыскивать ресурсы для его крафта, ну и заниматься чем-то подобным. Нам нужно будет еще повыбивать зубы этим придуркам, сталкерам. Это будет вообще веселым занятием. На самом деле жалко, что я их просрал. Ну, не знал я, что нельзя оставлять их в ящике. Ну, да ладно. Что тут есть-то? Я уже смотрел. Нужно будет куча титана. Насколько я помню, 5 слитков. Все. Один есть. Надо еще 4. Титан, 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 титан. В ящике у меня там больше нет его вроде. Сейчас посмотрим. Да вряд ли он там есть. Что там нужно-то? Пять слитков, 5 эмалированного стекла. Я себе вот выписал. Короче, мне нужно обычное стекло. 10 кварца получается. И 10 и 5 зубов сталкеров. О, блядь, где же я это все счастье-то найду? Ну ладно, кварц. В принципе, он отрастает. Поэтому можно... ножик, пожалуйста, на первый слот. Ладно, 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 не нервничай. Тут вот, по-моему, где-то можно, блять, запердели все, суки. Черт. Короче, в поисках кварца на самом деле. Кварца нужно немеренное количество. Где его искать? Я в душе не ебу, потому что я уже тут в окрестностях вроде все пособирал. Но он, по идее, обновляется, поэтому... переживать нечего, нужно просто поплавать и найти его. Со звуком, как вы слышите, по-прежнему небольшая проблема. Причины этому я, к сожалению, не нашел. Ну да хер с ним. Так, кварц. Металлолом. О, вообще нормально. Там кварц. Ой, подлагивает. Отпусти меня, чудо-трава. На самом деле игра, как выживалка, очень и очень приличная. Правда, меня еще ни разу не убили. Тебя сейчас сглажу по-любому. Что-то меня так и заберет. Но тут довольно-таки весело. И в плане выживания, и в плане поиска ресурсов. Инвентарь полон. Прикольно. Че, вообще полон? Не, еще на один кварц хватит. Так, надо запомнить это место. А как я его... капсула, вы посмотрите на это говно. Сейчас. Ну ни хрена себе. Это одна из спасательных капсул. Да уж, так она полностью пустая. Даже не знаю, на чем мне ориентироваться.
чтобы доплыть сюда еще раз. Угу. Ну просто получается вышел из двери и пошел немножко левее или правее, правее. Ладно. Так. Кварц мы сейчас весь выложим. 4, 6. Нужно 10. Так, второй слиток. Третий слиток. Три слитка есть. Медяху выложим. Возьмем весь кварц, переработаем его в стекло. Положим их обратно. Это уже до лучших времен, когда пойдем зубы сталкерам выбивать. Так. Три есть. Потом отправимся сейчас за... Ну, дальше, в принципе, металлолом и кварц искать. Так, вот куда-то сюда. Шлейф там такой. Так, ну да, вот она, капсула, прям рядом с моей приземлилась. Я сколько тут плавал, блин, ее не видел. Ну правильно, потому что я все время плавал в ту сторону. А эта сторона, получается, полностью неизведана для меня. Тут еще кварц. Да, тут, возможно, есть большое количество ресурсов, которые мне так или иначе пригодятся. Да, металлолома тут довольно много. Но металлолом у нас любят сталкеры. И странно, что их тут нет. Но сейчас я о них вспомню, они по-любому появятся. Так, что тут еще? Вот еще металлолом. Семена тут есть для смазки. Пока забивать инвентарь ими не буду. За ними уже отдельно пойду. Их достать это не проблема. Что тут еще-то есть? Давайте-ка всплывем, подышим. Так. Что показалось, что это сталкер плавает, а это всего лишь водоросль. Все, места нет. Опять же, лишь для одного кусочка кварца. Сколько у меня кварца? Как раз таки один кусок. Надо второй по-любому найти. Кварц. Кварц. Где же ты? Где же этот сучий кварц? Хм. Вот когда реально не надо, хоть жопой жуй. Соли он, куча просто.
Бери, не хочу. Бляха-муха, нормальное тут ущелье. Металлолома, оказывается, тут тоже прорвь. Но кварца нет. Еще металлолом. Охуеть. Да тут этого титана. Хоть завались. Чё я так мучился? Надо было просто сплавать сюда. А я плавал аж к кораблю. За титаном. Вернее, за металлоломом. Это соль. Ох, блядь. А это этот злобный рыб. Так, ладно, давайте всплывать уже. Еще один кусочек кварца надо найти, и все. Вроде бы. Мне этого титана вряд ли хватит на все. Ну ладно. Черт с ним, возвращаемся. Может, по пути найду. А не найду, так так и будет. А вот и кварц. Вроде бы. Ну да. Вот и кварц. Еще и два штуки. Не буду я его оставлять. Нет уж. Слишком долго я его искал. Еще кварц. Не, ну а что поделать-то? Жизнь сурова. Все. Теперь кварца должно хватить. Но кварц это только полдела. Остальное это выбивать зубы у сталкеров. Для эмалированного стекла. А это уже посложнее будет. О, черт. Да как так могло получиться вообще? Я вот реально вот тут вот при входе этот ящик тупорылый кинул, а он оказался там аж возле капсулы. Ай, блин. Сволочизм. Чё там? Вообще пофиг. Охеренное топливо эти семечки. Так... Ой, что я делаю? Стекло. Там, по-моему, 5 надо, да? Сейчас посмотрим, сколько у меня уже есть. 3, 4, еще один кусочек стекла нужен. Все. Этот кварц у нас останется, пускай будет. Так, все остальное перерабатываем. Три, по-моему, слитка у меня как раз таки уже есть. Вот это четвертый. Пятый. 5 штук есть. Так, подождите, но это не все. Мне же не просто эти слитки нужны. Мне нужно 5 кусков лития. А литий-то у меня будет. Раз, два, три. Блять. Лития нету. Вот это проблема. Чё-то я об этом совсем не подумал. Три есть. Ладно, выкладываем пока вот эти вот ресурсы.
Посмотрим, что там еще нужно. Там расширенный комплект проводов, смазка еще остались. Два золота, компьютерный чип. На компьютерный чип нужна серебряная руда и кварц. Как раз таки кварц нашли. Серебряная руда, по-моему, была. Но не здесь, вот здесь. В двойном экземпляре. И образцы коралловых плит. Ну, это быстро. А где строитель? Ну, пиздец. Я, короче, походу либо выложил, либо выкинул где-то строителя. О, боже мой. Ладно, хуй с ним. Кэптэн! Чё ты лагаешь-то? Давай, компьютерный чип делай. Сейчас два золота возьмем. Расширенный комплект проводов. На, вот забирай. Сука, ну как так-то? Я думал, у меня всего хватит. Да, я походу реально просрал где-то этого строителя. А не, вот он. Фу, слава богу. Давай аптечку. Я все равно их повыкидывал. Сейчас жратвы. Ну и ладно, выплыл так выплыл. Одного бумеранга, одного пескуна и одного пузырика. Да стой ты, сука. Вроде не ошибся в подсчетах. Всех на еду, воду. Надо нажраться хорошенько. Поплыву, скорее всего. Туда, к рифу, получается. Ну вот, бутылочку воды оставлю. Сделаем тут сохранение. И поплывем туда, к рифу. Ночное время, какая прелесть. А вот там корабль. Значит, плыть надо куда-то туда. Не зацепился? Не, нормально. Так, ладно, давайте тормознем. А то FPS просел в говно. Просто, насколько мне помнится, те рифы очень богаты золотом. И, соответственно, в таких местах должны быть ресурсы, которые мы ищем. Или все-таки заглянем в грибной рай еще раз. Так.
Это вроде не здесь. Да, видно все замечательно просто. Давайте смотреть, щупать. Это всего лишь красный биом. Фрагмент энергоячеек. О, зарядка для энергоячеек. Это вообще полезная херня. Вот это хорошо, что я его тут нашел. Все равно фрагмента-то 3 должно быть. Ну, в принципе, тут 3 валяется. Не знаю, правда, чего это. Ну да, вот еще одна заряжалка. Надеюсь, это тоже заряжалка. Ну да. Повезло. Хорошо. А вот там позади грибы как раз таки. Вот мы и приплыли. Только я буду искать тот обрыв. Та-та-та-та. Это оно? Это можно сдолбать? Нет. Ну сядь ты в него, ну. Господи. Подлагивает. Неприятно. Главное, чтобы тут этих кракенов не было. Такая злобная рыбка. На самом деле. Вот на такую похожа, только у него пасть открывается. Ну вы видели. Это что, соль? Ну да. Это соль. Давайте смотреть, где тут что можно еще сбить. Хорошее место, конечно, но что-то мало всего. Не то, что мало, я практически ничего не вижу. Соль, да и все. Фрагмент еще он какой-то, правда. Но я сюда не за фрагментами пришел. Ну это по-любому фрагмент мостика в камнях застрял. Сука, где же его все искать-то? Ну. Тю, блять, отвали. Нихера себе он мне здоровье-то мотылька отхавал. Да, лучше с таким не пререкаться. Мы вроде куда-то доплыли. Это вроде те самые... Тот самый риф. Золото. Полезно, пиздец. У меня полный шкаф этого говна. Это, по-моему, магнецит. Сейчас проверим. Да, магнецит.
Магнетит, вернее, а не магнецит. Ну, как бы похеру. Все равно... О, Кракен, смотрите-ка. Ну его нахуй. Лучше к нему не подплывать. Хотя я бы его просканировал. Ох, я бы его просканировал. Ну ладно. Я бы его так, сука, отсканировал. Ему бы понравилось. Если он, наверное, схватит человека, это стопроцентная смерть. Так, это уран. Это просто камень. Да? Да. Немножко не то, что мне нужно. Вернее, совершенно не то, что мне нужно. Да, тут есть золото, да, тут есть вот этот магнетит. Но тут, сука... Пока нету того. Сука, я так уже долго плыву за этим ресурсом, что я уже забыл, что мне нужно. Ну ладно, я увижу, я определенно вспомню. Блять. Вот этот риф, короче, про который я говорил. Это и есть клондайк золота. Алмаз. И алмазы тут падают. Тут вообще все есть. Ну, из самого, блядь, ценного. Давай-ка, блядь, не то. У меня скоро сядет сварочный аппарат. Вот это вот досадно и обидно. А тут, короче, эти репликаторы живут. Вообще опасные мрази. Литий. О, точно, литий. Мне ж, сука, литий нужен был. А он тут валяется. Все, ищем, 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 ищем. Тут опасных животных, надеюсь, нет. Ну, кроме репликаторов, естественно. Золото, да нахер это нужно? Ой. Алмаз. В принципе, я бы тут остался, тут прикольно. Золото. Опять же. Но мне нужен литий. Я бы с удовольствием поменял все это золото на литий. Прикольно тут. Опять же золото. Да уж. О, литий. Вот побольше бы лития, честное слово. Магнетит. Я сейчас куда-то заплыву и сдохну. Литий. Глубина уже 50 метров просто. Литий.
Вот псих ненормальный, уже возвращаться надо. А я все литий собираю. Ладно, реально, погнали назад. Половина кислорода-то осталась. Я же еще без фонаря сюда поперся, блядь. Герой, нахуй. О, повезло. Ну, я вроде лития достаточно насобирал. Сколько там его? Штук 5, да? 5. Короче, на все слитки хватит. Слава тебе, Господи. Но впереди там же ж еще свои приколы. Впереди мне же еще зубов надо со сталкеров повыбивать. Я помню, как я это делал, но... Может быть, мне тогда просто везло. Сейчас я вам хочу репликатора показать. Сейчас он по-любому на меня же нападет. Это говно. Так, это птичка. Ну, сука, птички такие, как рыба. О, еще литий. Че это такое? Луковое дерево. О, репликаторы, видите, прыгают там. Пидорасы. Можно его ковырнуть? Охереть. Смотрите-ка. Еда плюс 3, вода плюс 10. Ой. Зря я полностью его сожрал, кстати. Ну, тут все равно их куча. Давайте 2 себе с собой возьмем. Ну, а хули бы нет. Вот еще вода прикатила там. А золото неинтересно. Блин, прикольный островок. 5 золота, да ёб твою мать. Да нахер оно мне нужно. Ну ладно, еще один литий возьмем. Так что, на эту горочку можно подняться, да? Не особо. Не особо высоко. Но все-таки можно. Круто. А не, смотрите-ка, дорога. Блин. Чё тут опять золото? Да, черт. Инвентарь полон. Черт. Сука, не видно ни хера, вы чё? Надо в воду сигать просто. Чем быстрее, тем лучше. И плыть к своему мотыльку. Хорошее местечко. Тут на самом деле есть огромное множество хороших ресурсов. В том числе и урановая руда. А урановая, она нужна для... О, тут куча лития. Она нужна для... Для чего, блядь? Для ядерного реактора, во. Это лучший источник энергии. Вообще, в принципе. Чертежей у меня, конечно, его нет. О, смотрите-ка, что-то лежит. Че это? А, модификационная станция мотылька. Вот где я ее и нашел как раз таки.
Да. Нормально я прибарахлился. Ладно, погнали обратно. Довольно много времени было потрачено. Я не думал, что лития у меня нету. Черт. Да ладно, зато вы увидели, где это все добывается. Я хотел на самом деле просто на словах это все объяснить, чтобы не плавать так далеко. Но уже, как вы видите, показал. Хорошая такая штука. Главное это все-таки заиметь мотылька. Потому что с помощью мотылька можно уже путешествовать куда угодно. И сколько угодно. Даже если у вас еще нету дока, то просто создавать энергоячейки, фловы, вставлять их в мотылька. Это не так уж и затратно на самом деле. И очень хорошо, что я построил базу рядом с капсулой. То есть я могу по ней ориентироваться, где моя база. Я знаю, что можно поставить маячки и все такое. Но зачем? Наступает ночное время. А я уже почти дома, считай. Вот мои эти придурки плавают тут. Мелковато тут. Дождемся, пока наступит все-таки день. Ну, покрафтим пока все, что можно. И уже тогда пойдем выбивать зубы сталкера. Оп. Не понял. Это ж было, по-моему, 300 энергии. Да ладно, неважно. Так, давайте-ка выложим луковое дерево. Возьмем два слитка. И закрафтим все-таки то, что нам нужно. Так, нет, не то. Ну что же, слитки есть, 5 штук. Теперь надо 5 зубов, есть расширенный комплект проводов, что там еще надо, сейчас посмотрю, 2 смазки еще надо. И собственно 5 зубов этих хреновых сталкеров. Так.
Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain.
очешуеть можно. Вот, собственно, и все. Кстати, вы, походу, не слышали мои комментарии по поводу выбивания зубов сталкером. Потому что я идиот. Потому что я забыл микрофон включить. Ну да ладно. Мы, собственно, понавыбивали зубов сталкером, построили циклоп. Давайте-ка залезем внутрь. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ух ты, как круто-то. 500 метров. Да. Тут можно прям цвет его сходу поменять. Тут нихера нельзя. Ой. Так. Давайте еще посмотрим, что тут есть-то. Энергоячейки. Так. У нас движочек тут. Нормально. А это что? Хранилище. Не очень большие хранилища на самом деле. А это выход. Да, прикольно. Так давайте сюда мотылька запихаем. Это же реально, да? Отворяй калитку. О. Вау. Круть. Короче, сюда я могу поставить там шкафчики свои. Короче, все, это база. Это новая база. Теперь мне даже вот не нужно было все то, что я там строил. Просто можно будет переехать сюда, да и пиздец на этом. Да. Что ж, дорогие друзья, поздравляю вас с прохождением. Кстати, тут энергия же не пополняется. Но надо будет зарядку где-то въебать для энергоячеек. Да и норм. Можно сказать, поздравляю вас с прохождением Сабнафтики. Потому что, ну, что делать дальше, я в принципе не знаю. Камеры. Ага. Смотрите, какая штука. Крутая. Короче, на ней теперь можно плыть куда угодно. Можно сплавать даже вот кракеном. Показать им фак. Да уж, круть. А начинали-то мы вот с этой вот маленькой капсулки. А теперь мы плаваем на собственной субмарине. Ну это вообще красота. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Я думаю, на этом можно, пожалуй, закончить прохождение Сабнафтики. Получилось крайне-крайне весело. Ну, я достиг всего, чего хотел. На самом деле, я построил субмарину, плавучую базу. Сюда уже можно перенести, конечно, все там. Поставить аквариумы, там, поставить шкафчики, поставить тут что-то, там что-то.
построить еще этот самый исследовательский... Не-не-не-не-не. Как эта херь-то называется, сейчас скажу. Это, наверное, что-то из последних. Комнату сканирования можно вот построить и отправлять уже за поисками других чертежей на самом деле. Это все круто, здорово и весело, но зачем? То есть я уже построил плавучую базу. Выживать я могу как на базе, так и здесь. Все виды как бы животных я уже посмотрел, и эти огромные медузы, типа, даже не знаю, вот эти плывучие кораллы, и кракенов я видел, мы от них убегали. Ну, можно, конечно, у них торпедами позапускаться с мотылька, ну, какой в этом смысл? Собственно, я считаю, что для меня игра пройдена. Если есть еще какие-то интересные моменты, вы можете описать их в комментариях. Я знаю, где-то там есть земля, туда можно сплавать. Но мы уже были с вами на земле и под водой. Так что всем спасибо, дорогие друзья. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.